Стали известны новые подробности громкого скандала в Минской школе-интернате номер 7. Из 108 детей не менее трети воспитанников подвергались насилию. При этом многие воспитатели видели все происходящее, но не предотвращали чудовищные деяния. Об этом сегодня заявили в МВД. Напомню, под стражу еще в январе были взяты двое мужчин. Один воспитатель, другой работник интерната. Оба подозреваются в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На данный момент возбужден ряд уголовных дел в отношении должностных лиц. В МВД также отметили, за последние 5 лет количество преступлений данной категории увеличилось в 15 раз. Только за 2 месяца текущего года 113 детей пострадали от педофилов. Часто из-за молчания жертв или их родителей виновные долгое время остаются вне поля зрения правоохранителей. Мы предлагаем введение уголовной ответственности за хранение детской порнографии, не только за изготовление, но и за хранение. Мы предлагаем частично изменить статьи Уголовного кодекса, которые позволили бы нам осуществлять уголовное преследование за любые действия, связанные с эксплуатацией ребенка, будь то сексуальная, либо трудовая эксплуатация.